Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас с вами видео про заказ в компании Avon по 16 каталогу. Я хочу поделиться с вами небольшими секретиками про то, как можно узнать, какой приз вам придет, приз-сюрприз. Можно ли как-то скорректировать свой заказ, чтобы выпал определенный приз. Как вообще узнать, какой это будет приз на стадии оформления заказа и так далее. Давайте начнем. Всем, конечно, хочется парфюмированные водички получить, да, и никому не хочется получить маску для губ. Будет как-то обидно. Сейчас я вам расскажу и покажу, какой приз придет вам. Вы сможете посмотреть это в своем личном кабинете на стадии оформления заказа. И можно ли нам будет как-то вот выбрать определенные товары, да, с определенных страниц, чтобы выпал именно тот приз, который мы хотим. Обратите внимание, что страниц, которых нам нужно заказать, не так уж и много. Я предварительно села и полистала вот эти именно страницы и выписала себе на бумажку товары, которые мне нужны, которые я хочу заказать, которые у меня заказали и подходят под эту акцию. Так я считаю гораздо удобнее, чем даже все это делать через онлайн-каталог. Вот у меня, девчонки, бумажки вот такие вот, где я себе все выписывала. И сейчас мы будем с вами начинать оформлять заказ. Я обязательно покажу вам секретные коды, но это будет в конце. Заходим в свой личный кабинет и по кодам, которые выписали, начинаем забивать товар. У меня вот здесь есть парфюмированная вода Far Away, новенькая у меня заказали. Я добавляю ее в заказ, она как раз подходит под эту акцию Glamour. Так, дальше у меня несколько туалетных вод, которые я хочу себе, и у меня заказали, они тоже находятся на страницах с нужной нам акцией. Здесь мне нужно две штуки. Следующий код. Мне кажется, девчонки, вот так быстрее, если вы себе выпишете и будете набивать именно по кодам. Так, тут у меня нужно аж три водички. Обновляю свой заказ. Продолжаем. У меня здесь будет антивозрастной уход от Avon Care. Хочу подарить маме. Пусть потестит, попробует. Он тоже у нас идет по акции с призом-сюрпризом. Себе я взяла наборчик с маской In You. Там ночная масочка In You и аромат люмината. Мне интересно его потестить. Так. Обновляю заказ, чтобы посмотреть, на какую сумму там у меня и что. 16 продуктов. Так, теперь вбиваем, девчонки, код сюрприз. Вот у нас код его. 208-91. Вот тут в начале. 208-91. Вот он у нас появляется. Обновляем заказ, чтобы он у нас никуда не пропал. Здесь можно как бы легко посчитать за каждую тысячу потраченную, да, у вас будет код сюрприз. Мне нужны еще гели для душа. Я буду сейчас их набивать. Они тоже у нас участвуют в акции. Это Senses большие 500 миллилитров. Они идут у нас в каталоге по хорошей цене. И если смотрите, ваша сумма позволяет, да, у вас 2000 аукционных продуктов со страниц специальных, то вбиваете себе еще один код приза-сюрприза 208-91. Вы легко поймете, прошел он или нет. Здесь будут отображаться хоть 10 на первом этапе, да, а на втором-третьем этапе вы уже увидите, сколько кодов вам придет, не ошиблись ли вы в расчетах. Сейчас я добью дальше артикулы товаров, которые мне нужны, и они уже не участвуют в акции приз-сюрприз, и мы с вами продолжим. Я обновила заказ, набила все нужные мне продукты. Вы можете, кстати, так не делать, если хотите отследить, да, приз-сюрприз свой. Может быть, вы 3 хотите, 4 или 5. Можно сначала набивать только товары, которые участвуют в этой акции с вот этих страниц, да, а потом уже добить те, которые не участвуют, чтобы вы четко видели, какая у вас сумма. Нажимаем кнопку «Продолжить». Если нам нужно отсюда еще что-то, да, листаем акции всякие, фокусы, аутлеты.
А интернет-распродажи, мне здесь ничего не нужно, если нужно, выбираем, да, и нажимаем продолжить. И вот здесь уже у нас начинается самое, девчонки, интересное. А тут нам выставляют уже счет, и мы видим, сколько призов, сюрпризов нам полагается. Да, тут уже точно. Вот у меня два. Если я сейчас попробую вбить третий, он у меня не пройдет. Если сейчас добавлю еще 1-2 геля для душа, он у меня пройдет. Потому что я, девчонки, вчера игралась с этим оформлением заказа как могла. Так, и теперь переходим на самый последний этап. Нажимаем кнопку «Продолжить». Так, количество клиентов всегда нужно заполнять вручную. Меня это даже раздражает. Смотрите, мы перешли на последний этап. И здесь мы точно увидим, сколько призов-сюрпризов нам положено и какие это будут коды товара. У меня, девчонки, есть некоторые коды товаров на приз-сюрприз, и я вам сейчас их покажу. Но прежде чем начать, хочу вам сказать, что пробовала я добавлять в заказ только туалетные воды, да, со страниц, которые участвуют в акции. Пробовала только шампуни или гели для душа, пробовала только декоративку, не меняется ничего. Потому что я вчера с девчонками в группе Avon, да, выдвигали мы такую версию, что если добавить определенный товар, то и приз будет определенный. Ничего подобного. Скорректировать, какой приходит приз, мы не можем, к сожалению. Вот какой у вас здесь код есть, такой он и будет. Я удаляла заказ, набивала все сначала. Пробовала различные комбинации, пробовала несколько призов. Нет. Все равно первым у меня выпадает приз-сюрприз с кодом 01605, а вторым 03413. И третий код-сюрприз тоже у меня был. Я посмотрела, какой он может быть. Мне этот приз не нужен. И я решила остановиться только на двух. Так, и теперь, девчонки, что же обозначают вот эти коды товара и как они расшифровываются? У меня есть здесь блокнотик, в котором я прописала коды, которые известны мне. Смотрите, девчонки. 01263 – это спрей максимальный объем. 01605 – это шампунь максимальный объем. 02606 – бальзам для рук, молоко и мед. И 03413 – это парфюмерная вода Farway, которую мне очень хотелось выбить, и я жутко расстроилась, так как первым призом у меня идет 016-05, а это шампунь. Ну, хотя бы не маска для губ уже, да? К сожалению, я не знаю код на маску, девчонки, делюсь с вами теми кодами, которые известны мне. Но зато вторым призом у меня постоянно выпадает 03413, а это у нас парфюмерная вода Farway Gold. И я безумно этому рада, за 50 рублей это просто супер. Еще раз говорю, что различные вариации заказов я пробовала. Вот какой у вас по базе выпадает приз изначально первый, такой он и будет. Хоть ты что делай. Но зато второй и третий как бы можно посмотреть и подкорректировать свой заказ немножко. Вот, допустим, мне нужны были гели для душа новиночки. Я очень хотела их попробовать. Да, в конце у нас лимитированная коллекция с корицей. Но они не входят в эту акцию. Вот эти. И поэтому мне пришлось заказывать гели, которые входят со страниц, с вот этих, да, эссенций с 500 мл, вместо новиночек, чтобы у меня прошел второй приз, водичка Farway Gold. Вот ее код. Вот так вот, девчонки, коды я вам рассказала. Теперь на последнем этапе оформления заказа вы можете посмотреть, можете немножко скорректировать свой заказ. Возможно, вам чуть-чуть не хватает до второго, до третьего, до четвертого, до пятого приза. И добьете теми же гелями для душа или карандашами. Да, гель для душа всегда нужен. Сейчас Новый год, я буду раздаривать, у меня их много получилось. И можете посмотреть, какой приз у вас идет первый, второй, третий, четвертый и так далее. Девчонки, еще хотела проверить такую теорию и уже проверила ее. Возможно ли при оформлении второго заказа, может быть, выпадет какой-то другой приз? Нет, девчонки, не выпадает. Если я вот этот заказ сейчас отправляю, да, все его в компанию отправляю и начинаю оформлять новый, у меня все равно выпадает первым призом шампунь
и вторым призом Faraway Gold. Так что здесь система за вас, за нас уже все решила. И на именно, как это сказать, наш личный кабинет, наш аккаунт в компании Avon определенный выпадает приз, и мы это никак не можем изменить. Мы можем лишь посмотреть, какие у нас призы будут вторым, третьим, четвертым и так далее. Девчонки, сохраняйте себе эти коды. Надеюсь, что была вам полезна. Оформляйте заказики правильно. Давайте вместе пользоваться такими хитростями. Если у вас тоже какие-то лайфхаки есть по оформлению заказа, а возможно есть коды других подарков, делитесь с нами, делитесь с девчонками, потому что я, честно говоря, бы сделала заказ из товаров, которые не участвуют в акции, мне были другие товары совершенно нужны, и не получила бы вот этот вот приз-сюрприз, потому что, ну, у меня не было кодов, но так как они попались мне, слава богу, я добила, немножко скорректировала свой заказ и получу водичку Faraway Gold. Все, девочки мои хорошие, я с вами прощаюсь, надеюсь, была вам полезна, увидимся в следующих видео, пока-пока, всех целую!